Новые меры государственной поддержки, предусмотренные для агробизнеса. В Тверской области запущена программа для сельхозтоваропроизводителей региона при поддержке центра «Мой бизнес». Теперь аграрии смогут представлять свою продукцию на крупнейших отечественных маркетплейсах. На каких именно и что это даст товаропроизводителям, рассказываем прямо сейчас. В Тверской области запущена новая мера государственной поддержки агробизнеса. Сельхозтоваропроизводители региона при поддержке центра «Мой бизнес» смогут представлять свою продукцию на крупнейших отечественных маркетплейсах, свое фермерство и свое родное. Чтобы воспользоваться данной услугой, нужно обратиться в центр «Мой бизнес». Это может прийти к нам лично, позвонить по телефону горячей линии, либо оставить заявку на нашем сайте. Мы предоставляем предпринимателям специальные регистрационные ссылки, по которым они регистрируют свои личные кабинеты и размещают свою продукцию. В рамках программы эксперты «Свое фермерство и свое родное» проведут бесплатные консультации по работе с маркетплейсами, расскажут о правилах оформления собственного интернет-магазина и размещения товаров, поделятся рекомендациями для старта продаж. Участниками проекта могут стать предприниматели и юридические лица в сегменте B2B и B2C, которые ранее не продавали свою продукцию на этих платформах. Для малого и среднего бизнеса это станет еще одним путем решения проблемы сбыта своей продукции, которую зачастую не готовы брать федеральные сети. Мы очень на это надеемся, потому в том ключе, что это интернет-торговля сейчас набирает все больше и больше популярности. И еще, безусловно, большим плюсом это будет отсутствие комиссии за продажи, что также благотворно по направлению к предпринимателю скажется на их продажах и увеличении выручки. Стоит отметить, что данной программой могут воспользоваться не только фермеры, но и крупные агрохолдинги. Для участия заявку необходимо подать не позднее 9 июня. В Тверской области уже есть первые результаты. В центр «Мой бизнес» обратился владелец сыродельного предприятия.